Великий Новгород сегодня посетил главный внештатный онколог Северо-Запада Алексей Беляев. В онкоцентре он пообщался с новгородскими журналистами. Диагностика, лечение, организация работы онкологической службы. За два дня Алексей Беляев планирует посетить медицинские организации, встретиться с пациентами, принять участие в круглом столе. Встреча с журналистами прошла в первый день визита, поэтому о выводах говорить пока рано. Однако эксперт знаком с непростой онкологической ситуацией в регионе. При этом Алексей Беляев отметил высокий уровень регистрации онкологических заболеваний, что позволяет врачам оперативно выявлять стадию болезни. У меня нету полного представления, но первое впечатление сейчас очень такое благоприятное. Работает, как четко все работает, как загружены все ваши мощности, насколько это все рационально. И порой, где бываешь в регионах, ну, смотришь, не работает какое-то направление, аппаратура, там, технология, говорят, ну, средств не хватает. Здесь как-то к этому относятся спокойно. Говорят, ну, мы оттуда берем, лишь бы это работало, ну, понимая свое главное предназначение пациента. Ежегодно в круглосуточном стационаре областного онкодиспансера получают лечение более 6 тысяч пациентов. А с сентября 2015 года в радиологическом отделении ведется и лучевое лечение болезни.